Антисам, мальчики и девочки, меня давно просили сделать путь от бомжа до миллионера, миллиардера и всего прочего, поэтому давайте не будем терять ни минуту, ни секунду, и сегодня такая вводная серия, наберем тут 150 лайков, а также более 250 комментариев, вы как бы можете писать одинаковые комментарии или разные комментарии в комментариях для того, чтобы новая вот эта вот часть, новая вот эта вот серия, она вышла сразу же. Хотел бы напомнить, что я играю на 11 сервере Black Russia Indigo, у меня там есть свой никнейм Данила КПРФ, у меня там есть свой промокод хэштег ZDS, и у меня там есть еще много-много всего, поэтому заходите по ссылке в описании, скачивайте лаунчер Black Rush и начинайте свою долгожданную, самую лучшую, самую незатейливую игру. А сегодня я буду стремиться к тому, чтобы заработать несколько миллионов на Black Rush. Итак, для этого нам понадобится игровой аккаунт на 11 серваке Индиго, потому что миллионы можно зарабатывать только на этом серваке, ну и на те, которые меня впоследствии могут перевести пиар-менеджеры и все прочие люди с Black Rush. Я думаю, что вы должны все это понимать в той или в иной степени. Однако, ладно, для начала вы можете увидеть, что у меня есть небольшой капитал. Вы спросите, как я его добился. Возможно, что это из-за того, что люди регистрировались на мой никнейм, и я как бы получал деньги, когда они добиваются какого-то определенного уровня. На самом деле нет, все абсолютно точно не так, хотя вы можете регистрироваться на мой ник Данила КПРФ, и тогда я буду получать деньги или отдавать их вам. То есть тут как пойдет, вы можете написать мне ВКонтакте, добавиться там друзья, или там, я не знаю, допустим, подписаться на мой канал в Телеграме, и там тоже, возможно, мне написать, пообщаться со мной и сделать все прочие вещи. Однако, сегодня я бы хотел вам рассказать то, как я заработал вот свой вот этот вот начальный капитал в 100 тысяч рублей. Для начала, то есть я, как и все люди, начал выполнять самые вот начальные, самые первоначальные квесты, которые только есть на этом замечательном проекте. После того, как я все это выполнил, вернее, выполнил те квесты, которые я мог выполнить по типу получения прав, или там первая работа, или вот это вот там все прочее, я понял, что нужно делать реальные деньги, и для этого я отправился на шахту. Там я тоже немного работал, примерно там, я не знаю, ну, по графику 5/2, то есть там с 8 утра до 10 вечера, и по итогу я заработал свои первые 100 тысяч вертов, как вы можете видеть. И вот, теперь, начиная вот с этого дня, если вы тут соберете 150 лайков и 250 комментариев, я буду продолжать все эти вот свои похождения, потому что это серия вводная, чтобы понять вообще, нравится вам такой формат видеороликов или же не нравится, поэтому вот так вот. Я всегда, так сказать, экономлю, то есть не покупаю себе машину для того, чтобы не тратиться на бензин и делать все прочие вещи, то есть я просто арендовываю себе мопед, скутер за 50 вот этих вот всех рублей на Black Rush для того, чтобы особо сильно не тратиться. И вот с этого всего я буду копить деньги на свой первый миллион рублей на Black Rush. Как я буду это все делать, вы можете меня спросить, разумеется, что сейчас вот в этом во всем видеоролике я вам не расскажу, просто я могу сказать, откуда у меня появился свой первоначальный самый первый капитал. Я просто работал на начальных работах, иногда я попрошайничал немного денег, и по итогу накопил себе чуть больше 100 тысяч рублей. Также вы можете помочь мне стать миллионером на Black Rush, если будете вводить мой никнейм Данила КПРФ, для того, чтобы я мог, так сказать, зарабатывать деньги, не ходя на работу. Это замечательно, об этом мечтают абсолютно точно все. И если все это получится, если путем регистрации на мой никнейм вы добьете мне 1 миллион рублей на Black Rush, то я могу вам сказать, что, скорее всего, я помогу вам потом заработать вот все вот эти вот миллионы рублей. Поэтому для того, чтобы данный видеоролик продвинулся, для того, чтобы на меня, на мой никнейм, на Black Rush, на 11 серваке Индиго зарегалось как можно больше людей, то, разумеется, пишите несколько комментариев, ставьте несколько лайков с нескольких аккаунтов, делайте все прочие вещи. И если такой подобный контент вам нравится, в отличие от того, когда я, допустим, зачитываю какие-нибудь новости на Black Rush, то, разумеется, ставьте лайки, проявляйте активность, делайте все прочие вещи. Это была такая самая первая, самая вводная серия от бомжа до миллионера на Black Rush 11 сервер Индиго. Вот, поэтому вот так вот. Также вы можете получить капитал немного другими вещами, допустим, введя мой промокод хэштег ZDS, вы также получите некий капитал. Но об этом давайте вот о том, как вот детально, так знаете, вводить мой промокод, как со всем этим вообще разбираться, как со всем этим играть, как вообще что делать и как себя, возможно, вести даже, мы разберем в следующих видеороликах. Возможно, кто-то из вас уже знает, как можно вводить промокод и как можно зарабатывать как можно больше денег. Разумеется, те, кто все это знает, флаг им в руки, я, так сказать, обвинять их ни в чем не буду и притеснять их также не буду, потому что это свободные люди. И вообще Black Rush — это свободный максимально проект, поэтому вы можете заходить, регистрироваться на любой никнейм, но если вы зарегаетесь на мой, то, разумеется, будет выходить намного больше видеороликов от бомжа до миллионера. Поэтому, друзья, как бы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, делайте все прочие вещи, и, разумеется, я надеюсь, что все будет отлично, что я на этом всем своем аккаунте Данила КПРФ на 11 серваке Индиго все-таки дойду до этого
этого самого миллиона рублей, чтобы потом уже, там, я не знаю, покупать бизнес и вкладываться в какие-то новые стартапы, может быть, на Black Rush, может быть, вложиться в саму Black Rush, выведя вот все эти деньги со своего игрового аккаунта. В общем, все будет весело, все будет интересно. Это такой, знаете ли, трейлер того, что вообще тут будет происходить. Это, то есть, тут будет много всего, поэтому, друзья, если вы хотите более погрузиться во все вот эти вот процессы, во все эти вещи и понять вообще, как все это работает, то, разумеется, я уже сказал, что вам нужно сделать. Я уже сказал, сколько лайков, сколько комментариев, сколько дизлайков должно быть под данным видеороликом. Поэтому вот, давайте еще удержим одинаковое количество и лайков, и дизлайков под данным видеороликом, для того, чтобы все было замечательно, хорошо. Я понял, что вам нравится такой контент на Black Rush. Однако, после того, как уже прошло все это вступление, давайте теперь, то есть, доедем, возможно, до каких-то начальных работ, чтобы там уже начать зарабатывать свои первые деньги, чтобы у нас было хотя бы на то, чтобы арендовать мопед и более-менее как-то из всего этого выбраться, как-то вот из всей вот этой вот нищеты, в которой мы пребываем, когда только создаем свой самый первый аккаунт и, возможно, даже последний аккаунт на Black Rush на 11-м серваке. Разумеется, что стать миллионером можно только, если вы играете на 11-м серваке Black Rush Indigo. Поэтому не совершайте никаких ошибок, не переходите там вот на все эти новые серваки 11. То есть, понимаете, этот видеоролик вышел 11 числа, и я приглашаю вас играть на 11-м серваке Indigo, и вы должны все это ценить, все это понимать. И вообще, я не знаю, как-то возможно прислушиваться даже ко мне, потому что если я смог заработать 100 тысяч рублей на Black Rush, снимая несколько видеороликов подряд в день и так далее, то, разумеется, я думаю, что все это сможете сделать и вы. Главное верить в себя, главное поставить себе цели, возможно, идти к ней. Главное это прислушиваться, возможно, к своему внутреннему вот этому всему сердцу, к своему внутреннему я, чтобы более-менее что-то там, знаете, на всей этой Black Rush понимать. Я знаю много всего про Black Rush, я знаю много всего про остальные GTA CRMP проекты, но, разумеется, в данном случае я буду рассказывать только про Black Rush, потому что я хочу, чтобы вы все это поняли, я хочу, чтобы вы тоже стали миллионерами. Вы спросите, зачем мне такое делать, я не знаю, но в любом случае, вот я пройду свой путь, вот сейчас у меня начальный капитал, засекайте, 100 тысяч рублей на Black Rush, и теперь посмотрим, за сколько серий вот всего этого сезона я добьюсь до 1 миллиона, то есть вы можете, допустим, встретить меня где-нибудь на серваке и дать мне миллион рублей, тогда и будет всего 2 серии, вы можете там, я не знаю, давать мне по 100 долларов или по 100 рублей, потому что это Black Rush, вы можете давать мне по 100 рублей, и тогда, разумеется, выйдет намного больше видеороликов, я также буду стараться зарабатывать деньги на все вот это вот Black Rush, поэтому ладно, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, новый такой подобный видеоролик, если вам этот понравился, выйдет уже очень скоро, и набираем тут 150 лайков, 150 дизлайков, 250 комментариев, пишите несколько комментариев, больше 4 слов, с одного и того же аккаунта, с нескольких аккаунтов, со всех прочих аккаунтов и так далее. Всем спасибо за просмотр, ссылка на скачивание Black Rush находится в описании данного видеоролика. Всем пока!